Салют, на связи Encore Family, и сегодня мы находимся на концерте двух крутых и молодых перспективных исполнителей 2024 года, а именно Аня Акулич и Молодой Платон. Ну что, погнали? Салют, Платон. На связи Encore Family. Ты нас знаешь, мы тебя тоже. Погнали по вопросикам. С каким дуэтом ты можешь себя сравнить, себя и Аню? Вот с каким дуэтом мировым ты можешь себя сравнить? Ну, с Артик и Асти могу сравнить. Только? Ну, вы Артик и Асти. Да. Но мы не дуэт, как бы, но... Ну, а кто знает, может быть, в перспективе? Слушай, мы хотим сольными суперзвездами стать. Вот. Мне кажется, это круче, чем быть дуэтом. Ты с детства занимался футболом. За какую команду сейчас болеешь? Или, может быть, мы тебя увидим в составе какой-то новой медийной футбольной команды? Я болею за «Ювентус», если во всем мире. Русский – «Спартак Москва», конечно. От кого прилетел самый неожиданный респект за всю твою карьеру? От Кая и Касси. Между прочим, первое мое выступление было на концерте Кая и Касси в Питере на сольнике. Вот. И я тогда вышел с невышедшим треком еще фитом с Касси, который назывался «Cola Sprite», 14 лет в золотом костюме, в этих очках круга. И такой: ребята, короче, есть трек, фит с Касси, скоро выйдет. И там, короче, поется при пиве «Cola Sprite, Cola Sprite». Поэтому все пойте просто «Cola Sprite». Какой самый необычный подарок был для тебя в жизни? Самый необычный подарок? Ну вот, мне Аня устроила крутой праздник на прошлом моем выступлении в «Атмосфере». Медведя подарил мне танцующего просто сцену вообще. Захожу на праздник, what the fuck, диджей полный мудак. Ты танцуешь одна, и я вливаю разноцветный коктейль свой кап. Ты сегодня моя, давай снимай с меня бан. Я твой подарок. Я танцую одна, не нужен мне ты. Мне нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна, не нужен мне ты. Мне нужны ключи от твоей квартиры. Салют, на связи Encore Family. И со мной рядом стоит Аня Акулич, которая сейчас прекрасно выступила, раскачала толпу, а Платон сейчас отдувается дальше один. Ань, пару вопросов тебе. Во-первых, поздравляем тебя с первым выступлением. Спасибо. Это было круто. Надеемся, дальше сольная карьера пойдет только вверх. Хорошо получилось, правда? Пишите в комментариях, как получилось. Я просто была в наушниках и вообще не слышала толпы. Поняли? Я кричу в микрофон «Москва!» и ничего не слышу, как будто бы никто не кричит «Москва!». Давай, может быть, далеко не будем отходить как раз-таки от этой темы. Что нам от тебя ожидать? Какие-то, может быть, крутые релизы, может быть, с кем-то будут фиты, может быть, ты вообще скоро выпустишь альбом. Что нам от тебя ждать, как от артиста? Ну, сольные треки точно, альбомы пока не знаю, возможно, в каком-то недалеком будущем. А фиты, фитов пока не будет. Трек-подарок. Бешеная популярность. Первые места во всех топ-чартах, 6 миллионов на клипе. Твои эмоции? Вау. Ну, не прям так сейчас, типа, вау. Ну, ребят, какие могут быть эмоции, когда вот настолько огромный выхлоп? Конечно, я в шоке, конечно... Я очень благодарна за поддержку слушателей и зрителей. Это, не знаю, мы просто безумная сила какая-то. Пиздец. Так можно говорить? Конечно, можно. Нужно. Спрошу, наверное, вопрос от тебя. Все мы видели концовку клипа. Как ты ее прокомментируешь? Это просто актерская постановка или, может быть, что-то больше? Какого клипа? Подарок. А что там, просто же это... Не спецэффекты, там же в конце клипа просто титры. За несколько секунд до конца титров. Ну там статуя, по-моему, какая-то каменная. Ничего не знаю, ребят, вообще. Не будет провокационных вопросов. Это значит, что надо пересмотреть клип и посмотреть, что там в конце. Сейчас мы зададим парочку провокационных вопросов фанатам Молодого Платона и Ани Акулич. Девочки, пропасть. Надо выбрать кого-то одного. Кого спасаем? Молодого Платона или Аню Акулич? Ну, слушайте, я чисто по-женски. Я выберу, наверное, Аню Акулич, потому что, ну, это женская солидарность. А вы, юная дама, кого выберете? Я думаю, что Акулич, потому что ей еще рожать детей. Вот так вот. Женская солидарность вошла в чат. Какой последний трек вышел у Молодого Платона и Ани Акулич? Подарок. Строчку из трека. Это джин-тоник.
Я хочу новый айфончик. Еще квартиру в центре BMW с тонировкой. Супер. Девочки, сколько лет молодому Платону? 15. Выглядит на все 15. Спасибо большое, хорошего вам вечера. А теперь переходим к настоящим вопросам. Вопросы будут касаться молодого Платона, но они не провокационные, просто насколько хорошо ты его знаешь. Он, к примеру, знает твой знак зодиака, ответил даже не задумываясь. Как называется трек молодого Платона и Яникса? Don't play bay. Как назывался первый мини-альбом Платона? Zoom. Второй балл есть. Продолжи строчку из трека. Уже не первый год в рэпе, как? Вот на языке и вертится такой, прям. С косичками. Наш русский Дава от него косит. Трэвис Скотт. Есть. Третий балл есть. В каком году вышел альбом Son of Trap? Блин, сейчас что-нибудь придумаю. Son of Trap. Это сколько ему было? По-моему, 14. Это... Сейчас 14 ему было, наверное. Или меньше. Сейчас я считаю, ребят. 19-й год, окей, будет. 19-й. Еще одна попытка. 20-й. Еще одна попытка. Блядь, 21-й. Есть балл. Это что? Это 3 года назад? Все верно. Обложка какого трека на этом фото? Он сейчас играет, слышите? I'm sorry. Как мы попали. И последний вопросик. С кем у Платона нет совместного трека? Фараон, Майот, Тейп. Майот. Все правильно. И Аня выиграла в нашей викторине. Аня, большое тебе спасибо, ты шикарна. И мы надеемся, что твоя сольная карьера будет расти только выше, выше и выше. Спасибо тебе большое. Каждый вечер возвращаюсь в это место. Не ищу встречи, нам тесно быть вместе. Прошел коллаб-шоу, ваш первый совместный коллаб-шоу. Ваши эмоции, впечатления, как получилось, не получилось? Просто восхитительно за Анютку. Горд мега. Именно вообще. Молодец. Шикарная. Новая поп-звезда. Топ-1 артистка России. Кричи на меня. Прости, пожалуйста, прости. Очень круто, мега круто. Я рада, у меня прям камень с души упал. Я боялась очень сильно. Я уже 100 раз, по-моему, на всех ваших интервью сказала. Я очень сильно боялась, вы еще не поняли меня. И... Вот как только вышло, камень реально с души упал, все супер, вообще прекрасно себя чувствую, ощущаю, надеюсь, это закрепится надолго. Конечно, так всегда. Супер. Будет теперь. Ну, конечно, мандраж, ну, всегда имеется у всех артистов перед выходом на сцену, но не такой прям сильный. Но это можно понять, конечно, атмосфера, первое выступление, и сразу просто в гигантском зале вообще офигенно. И все. У вас все получилось, это было круто. Спасибо, с вами был Incore Family. До встречи. И моим фанатам тоже спасибо большое. Я отыграл большую программу. И моим фанатам. И вообще все было офигенно. Нефора исполнил в первый раз жестко. Жестко. Спасибо. Реально. Что пришли. Оторвались. На два. Да, приходите еще, кстати. И...